А ты напрасно сегодня расстроилась, что не смогла сделать задание. Я никак не могу понять математику. А родители наняли мне репетитора, ну? Я тебя подготовлю. Не волнуйся. Правда? Правда. Я тебя подготовлю. Смотри, твоя мама. Увидимся завтра. Увидимся. Эйника, Плеби, Азид, Анчилев, Халич, Шишаны, Таксим, Османбей, Шишли, ГРТП, Левент, Четвертый Левент, Санаи, Иту, Ататюрк Санаи, Дарушафака, Хаджасман. У меня ничего нет. Ничего нет. Я в полном порядке. 54, 9 на 7, 63, 9 на 8, 72, 9 на 9, 81, а 9 на 10, 90. Демир. Сестра Джандан. Демир. Сестра Джандан. Демир. Сестра Джандан. Демир. Сестра Джандан, где вы? Демир, сестра Джандан. Сестра Джандан, Ойки, ты осталась у двери. Не обижайся. Я очень испугалась, что вы ушли. Ну, а куда мы уйдем, бросив тебя? Разве такое возможно? Пойдем давай, пойдем внутрь, и я расскажу, что с нами случилось. Что случилось? Не спрашивай. Сегодня твой отец спас нас от большой беды. Не говорите так, госпожа Джандан. Когда нас не было, в дом проник вор. Вор? И знаешь кто? Кто? Есть же человек, который пришел сегодня вместе с твоим отцом, чтобы посмотреть картины. Тот человек. Ну хорошо, что твой отец сразу же поймал человека. Мы позвонили в полицию, его забрали. Мы пошли в полицию, чтобы дать показания, поэтому опоздали. Не говорите такое ребенку, сейчас испугается. Ойка, я тебя напугала? Я не хотела, чтобы ты испугалась. Я хотела рассказать тебе о героизме твоего отца. Госпожа Джандан, могу ли я спуститься вниз? Да, конечно, вы недавно вышли из больницы, вы устали. Еще и этим делом занялись. Идите отдыхайте. Ойки, поднимись наверх и переоденься, хорошо? Хорошо, сестра Джандан. Выпьешь чего-нибудь? Сделай кофе. Нет, нет, не заморачивайся с такой ногой, брось. Какую аварию он пережил? Ты хочешь сказать, Демир? Да. Спаслись. Отец-герой. Бросается под машину, ловит преступников. Каждый поступок героический. Что за Демир такой? Мурат, ты зачем так к нему пристаешь? Ты ведь понимаешь, что если бы не он, здесь бы всего этого не было. Понимаю, Джандан, я это и говорю. Такая случайность, что он и грабитель в одном и том же месте были. Как это? Мурат, не делай так, ради бога. Ты говоришь, что ты искал информацию на его счет, но ничего не нашел. Джандан, в этом и проблема.
Ты не понимаешь? Нет, не понимаю, Мурат. В чем проблема? Разве может быть такое, что про него нет никаких записей, регистрации, будто он и не жил? Ни про учебу, работу, семью, ничего. Мурат, может быть такое, что просто ты не смог найти? Из-за того, что ты не нашел пару документов, он виновен? Ты слишком много накрутил себя, оставь людей в покое. Ты спал? Нужно хотя бы стучаться. Пришла незаметно, как мышь. Ну хорошо, здесь ведь нет двери. Ладно, ну ты хотя бы скажи, что ты пришла. Что случилось? Снова пришла сводить счеты? Не расстраивайся. Ты сделал то, что нужно было. Ты ведь себя бы и не сдал. Все-таки есть я. Если бы тебя поймали, кто бы присматривал за мной? Мне кажется, что братец Угур не разозлился на тебя. Хорошо, уйди. Уйди отсюда, ради бога. Но если вы будете воровать, наступит день, когда вас поймают. Я не воровал. Не воровал, нет. Правда? Да. Ты больше не дружи с ворами. И зовут брата Угура. Ой, Кью, хватит, хватит. Хорошо, у меня к тебе последний вопрос. Твой другой друг тоже вор? Какой еще друг? У меня нет других друзей. Ну, тот твой бывший друг. Высокий, с короткими волосами. Он смотрит еще вот так косо. Минутку, откуда ты его знаешь? Он подходил ко мне на пляже сегодня. Он подошел к тебе на пляже? Да, он сказал, что я друг твоего отца. Что еще? Еще он сказал, чтобы я тебе отправила послание. Скажи ему. Скажи отцу. Все, что он должен мне, я заберу обратно. Больше никогда не разговаривай с чужими, хорошо? Не будешь разговаривать с чужими. Хорошо. Поняла? Отец еще не пришел, видимо, у него дела. Очень красиво получилось. Спасибо, сестрица. Здоровья твоим рукам. Приятного аппетита. Ойки. Да. Я хочу у тебя кое-что спросить. У тебя бабушка, дедушка, дядя. Ну, то есть у тебя больше нет никого, кроме отца в семье? Моя бабушка умерла. До моего рождения. А отец жил за границей. Правда? Да. Тетя, ну а если есть дядя, то про него мне ничего не известно. Как так? Сестрица Джандан, мы с отцом только недавно нашли друг друга. Поэтому я многого и не знаю. Ой, Кью, тебя отец не вырастил? Сестрица Джандан, помнишь, ты спрашивала, и я не смогла тебе ответить тогда? На самом деле, за мной тетя присматривала. Потом она ушла, оставив меня. Ушла? Почему? Я же не знала, что мой отец жив. Но он, оказывается, жив. Он про меня не знал. Если бы знал, то меня никому бы не оставил. Никому. Конечно, не оставил бы. Твой отец очень хороший. Он делает все, что в его силах ради тебя.
А каким был твой отец, сестрица Джанда? Папа, прошу прощения. Папа, ты меня не простишь? Джандан, дочка, кушай. Джандан. Мой отец тоже был хорошим, как все отцы. Тише, кушай, тише. Где ты был вчера ночью? Тебе-то что? Что значит, а что тебе? Больше ты не можешь так брать и уходить без предупреждения. Вместо того, чтобы делать замечания, научись не разговаривать с незнакомцами. Что случилось? Ты застыла? Он не был незнакомым. Мне сказал, что он друг моего отца. А ты сразу купилась. А ты только можешь мне высказывать. Это разве не твой друг был? Бывший друг. Бывший. Ну как понять, бывший друг? Раз вы однажды уже друзья, а люди либо становятся друзьями, либо нет. Начала опять свои жизненные уроки. Смотри на меня, говорю в последний раз. Больше ты не будешь разговаривать с незнакомцами и не будешь с ними видеться. Но он не был незнакомцем. К тому же знает тебя. Так не пойдешь. Вставай. Давай. Нет, я еще не закончила свой завтрак. Небо уже сыто. Вставай. Смотри, я сейчас плохой человек с плохим настроением. Нет. И еще. Допустим. Как игра. Очень красиво. И мы создали такой театр. Я была очень красивой принцессой. И очень плохая ведьма. Окей, все, молчи, сконцентрируйся. Хорошо, замолчал. Смотри, ты вышла с учебы. Идешь, и этот человек с плохими намерениями оказывается позади тебя. Повернись и сделай вид, что идешь. Окей, здравствуй. Здравствуй. Что ты здесь делаешь? А что я делаю? Сказала «здравствуйте». Я же сказала «здравствуйте», потому что ты мне сказал «здравствуй». Если я не отвечу... Это не я, а человек с плохими намерениями. Будто незнакомец. Ты не знаешь его. Поверни спиной. Давай. Ой, Кью, здравствуй, я друг твоего отца. Хорошо. Если закончили, я хочу поехать на учебу, так как мы уже опаздываем. Не закончили. Смотри. Этот бывший друг твоего отца, если еще раз придет, если опять встретится на твоем пути, захочет поговорить, что ты сделаешь? Что сделаю? Что сделаешь? Не посмотрев в лицо, сразу ничего не сказав, пойду. Хорошо, иди сюда. Давай, идем. Вдруг он пришел по твоим следам и поймал тебя. Повернись-ка. Иди сюда, говорю. Что мне делать? Откуда мне знать? Спасись как-нибудь. Как мне спастись? У всего есть решение. И тут найди. Иди сюда, говорю. Иди сюда. Сильно больно? Какой там болит? Моя душа покинула тело. Ты счастлива? Ну ты ведь сам сказал же. Спаси себя, сделай что-нибудь. Я же не говорил оторвать от меня кусок.
Такие зубры. Слава Всевышнему, как динозавр. Ладно. Тем, кто сделает тебе плохое, схватишь и оторвешь кусок. Хорошо? Я вот что скажу. У тебя рядом есть фото тети? Что сделаешь? Ничего, просто говори про тетю. Вот интересно, какая она? Есть. Честно? Показать? Покажи. Ну вот это должна быть. Держи. Дай-ка сюда. Почему ты забрал ее? Зачем тебе? Зачем ты носишь фото женщины, которая тебя не хочет? Оставила и ушла от тебя. Выкинь. Подошли к концу твоей очереди, Демир Кюктюрк. Я спрошу с тебя за шутки со мной. Не могу говорить, мне не до тебя. Что случилось? Ничего. Что происходит? Что произошло? Я тебе 1000 раз говорила, 1000 раз. Забудь эту фразу, очень стыдно. Останься в машине, не выходи. Черт побери тебя. Да чтоб твой барабан... Чего ты бьешь машину? Больно же. Сейчас я выскажу. Купишь — не выкинешь, продать захочешь — не продашь. Ну как я поеду на учебу? На автобусе, иди и сядь там. Мелочь. Держи. Этого не хватит, еще дай. Что ты будешь делать? Пополню счет. Держи. Да? Садитесь. Дети, ваш учитель физкультуры сегодня заболел и не сможет прийти. Сегодня придет дежурный учитель и будет заниматься с вами 2 урока. А теперь молча подождите ее. Хорошо, что так. На уроке физкультуры я даже 1 кувырок не могу сделать. Мерчан. Я скажу кое-что. Что случилось? Видишь этот лесок? Ага. Смотри, там, оказывается, есть белка. Белка? Да, белка. И уроков у нас нет. Может, уйдем, пока не пришла дежурная учительница? Но меня мама забрать должна. До прихода твоей мамы. Мы 1000 раз сходим и вернемся. Давай пойдем. Хорошо, если хочешь, пойдем. А теперь... Я незаметно выйду отсюда. Ты тоже незаметно выходи после меня. Если нас поймает дежурная учительница или кто-то еще, скажем, что мы пошли в туалет, хорошо? Хорошо, я выхожу. Как будто ничего не случилось. Мерджан. Беги. Мерджан, еще немного быстрее. Она идет? Нет, не идет, не идет. Беги. Какая я умная. Мерджан, мы сделали это. Именно. Ты видишь? Дай 5. Алло, Мурат? Да, только что ушли. Большое спасибо, правда. Но столько всего. Нужно ли было все это? Не знаю. Ты разве не слишком? Столько камер, устройств. Да, Мурат, дверь звонит. Я перезвоню тебе. Минутку. Добро пожаловать, Уйку. Спасибо, сестра Джандан. Как прошел учебный день? Хорошо. Хорошо прошел. Я иду переодеваться. Сестра Джандан, мой папа пришел?
Нет, не пришел. Ну и все, это тоже готово. А теперь, дорогая Оки, можешь передать розовый горшок? Этот? Да. А теперь насыпь немного грунта. Сестра Джатан, а почему ты живешь одна? То есть, почему ты не замужем? Почему у тебя нет детей? И ты живешь здесь совсем одна. И я люблю одиночество. То есть, я довольна своей жизнью. Давай. На самом деле, я не такая хорошая. Я не поверю, сестрица Джандан. Если бы ты была плохой, ты бы нас не спасла бы от палатки, не забрала бы домой, даже не кормила бы меня. Но ты очень хорошая, сестрица Джандан. Я совершала ошибки. Большие ошибки. Ну и пусть. Каждый совершает большие ошибки. Например, я когда не смогла выполнить задание. Ты ведь сама мне говорила. В следующий раз все получится. И ты тоже исправишь свою ошибку. Порой мой отец тоже может совершить ошибки. Но он на самом деле очень хороший. Не звони. Но мы сами наберем. Недоступен. Может, у него зарядка села. Не переживай, он скоро приедет. Приедет, да, Кэть? Да, приедет, конечно, куда он денется. А ну-ка давай, куда мы это поставим? Не знаю. А может, туда? Можно. Давай пойдем. А ты тот возьми. Сестрица Джандан, они не упадут, так ведь? Ну, если мы вот так вот хорошенько поставим, то... Я в школу опоздаю. Давай быстрее. Сестрица Джандан. Сестрица Джандан. Слушаю. Отец не пришел, разве пока я спала? Нет, не приходил. Он меня точно бросил. Ушел, бросил меня, оставил. Да разве может быть такое? Куда он может уйти, оставив тебя? У него, наверное, дела появились, поэтому не пришел. Но он сегодня приедет, хорошо? Приедет, так ведь? Конечно. Давай, готовься, я отвезу тебя в школу. Они сходили смотреть на белок, а? Я думаю, что урок физкультуры бы свободен. Я даже не знаю. Доброе утро, учительница. Ойки. Ты ведь знакома с матерью Мерджана? А знаешь, что она мне рассказала? Вы вчера сбежали с урока физкультуры с Мерджаном. Я тоже не поверила, когда услышала это, госпожа Сергей. Если бы вчера Мерджан сам бы не признался, я бы и не знала. Он такого никогда бы не сделал. Я даже не поняла, как это произошло. Тетушка Питти, моя вина. Не злитесь на Мерджана. Я ему сказала, чтобы мы пошли. Вот, получите. Ладно, зайди в класс, мы потом поговорим. Давай. Я с ней обязательно поговорю. Не переживайте, такого больше не повторится. Урок был свободен, и для них удобный случай, чтобы сбежать. Дети, ей-богу, я тоже очень расстроена из-за ее состояния, но нельзя ли так поступать? Смотрите, у этой девочки что-то не то. Я займусь ей, не переживайте. Будьте спокойны. Спасибо. Доброго дня. Доброго дня. Günaydın.
Доброе утро, дети. Доброе утро. Можете сесть. Ойкю, ты встань оттуда и собери вещи. Вы больше не будете сидеть вместе с Мерджаном. Поменяйся с Элайдой местами. Давайте откроем учебники по математике. Мерджан, ты сделал домашнее задание? Мерджан, я могу взять у тебя карандаш? Мы в прежней главе решили это, помните? Да. Прекрасно. Хорошенько поиграйте. Как прозвенит звонок, сразу в класс. Пойдем в сад. Ты почему не идешь со мной? Мама Мерджана ему запретила с тобой играть. Я у тебя что спросила? Давай пойдем. Мерджан. Что ты там такой противный рисуешь? Сама ты противная. Ты что делаешь? Мои волосы! Отпусти! Разойдитесь! Иди сюда! Стойте! Если кто-то поступит с тобой плохо и поднимет руку, ты откусишь от него кусок. Понятно? Хорошо. Что это, госпожа учительница? Она оторвала девочке руку. Что это за укус? Они сцепились друг друга на перемене. Учитель, я тоже увидела в последний момент. Это она сделала. Но ты порвала мой рисунок. Помолчите. Элайда, мама, малышка. Что с тобой случилось, доченька? Что это? Госпожа Севги, что это? Кто это сделал с тобой, дочка? Хорошо, госпожа Алла, успокойтесь. Это она сделала, а ты мой рисунок. Хорошо, хорошо, сядьте и поговорите. Присаживайтесь. Малышка, что это? Иди сюда. Доченька, что это? Что ты сделала? Ты что сделала? Не смотри на меня так. Госпожа Элла, успокойтесь немного, дети подрались. Подрались? Они подрались? По-вашему, это драка. Вы посмотрите на это. Что сказать, госпожа Элла? Вы правы. Учитель, сейчас же позовите родителей. Что это за позор? Госпожа Айла, мать Ойки умерла. Я позвонила ее отцу. Как только случилось происшествие, я не смогла дозвониться. Я дозвонюсь в кратчайшие сроки, не волнуйтесь. И что теперь? Мой ребенок остался избитым? Они обе ударили друг друга, госпожа Айла. Элайда дернула волосы Ойки. Хорошо, я поговорю с ее отцом, не волнуйтесь. Хорошо. Поговорите с ее отцом, затем позовите меня. Такое неприемлемо. Госпожа Элла, так нельзя. Пошли, дочка, такое неприемлемо. Госпожа Элла, секунду. Давай, дочка, идем. Где эта девчонка живет? Ты пойдешь к ней домой? Ты посмотри на негодяйку. Мы наивны, поэтому каждый год делаем столько пожертвований в школе, чтобы наш ребенок был избит. В отделе по делам учеников должен быть адрес. Ойки, почему ты не уснула? Не спится, сестра Джанда. Ну нельзя же так, тебе завтра рано вставать. Я как-нибудь встану. Что с тобой случилось? Почему ты такая? Ты волнуешься об отце? Не буду лгать, я уже тоже волнуюсь. Давай позвоним.
Выключи. Ну ты не огорчайся, может, у него телефон сломался. Твой отец точно придет вечером? Придет, да? Придет, конечно. Сестра Джанго, ты же разбудишь меня, когда придет папа? Ну, ты же будешь спать. Ну и пусть, ты все равно меня разбудишь. Хорошо, давай спи. Папа пришел, папа пришел, папа пришел. Пришел, пришел, наконец-то пришел. Я знала. Здравствуйте. Ой, ты поднимись наверх. Да, вы кому? Демир Гюктюрк здесь? Нет. Как это, он не здесь живет? Почему вы его ищете? У нас к нему дело. Господин Демир не здесь. Можно я гляну? Господин, вы что делаете? Сестра Джандан. Не поймите неправильно, госпожа, если он здесь... Его здесь нет. Пожалуйста, уйдите, пока я не вызвала полицию. Хорошо, уйди, нет проблем, пойдем спать. Сестра Джандан, но человек... Этот человек ошибся адресом, дорогая, идем. Ойке. Давай, родная, одень форму. Мама опаздывает. Входи, Ойке. Учительница. Проходи.
Ученица клянусь, я ничего не делала. Хорошо, мы не поэтому тебя позвали. Садись, поговорим. Ойкю. Я все еще не смогла дозвониться до твоего папы. Ты не сказала, что ученица хочет с ним встретиться. И не смогла сказать учительнице. Потому что моего отца нет уже 2 дня. Ну вот. А где он? Не знаю. Дочка, а с кем ты живешь? С сестрой Джандан. Кто такая сестра Джандан? Подруга моего отца. И моя подруга тоже. Ну вот. Человек оставил ребенка, любовница и сбежал. Госпожа Айла, не обижайтесь. Не ставьте моего ребенка в один класс с детьми, которые неизвестно, что делают. Пожалуйста. Я жду от вас новостей. Хорошо, госпожа Айла, хорошо. Ойкю, ты знаешь номер сестры Джандан? Скажешь мне? Давай, говори. Написать учительнице? Ну вот, тише. Сестра Джандан. Ойкю. Ты в порядке? Когда ученица позвонила, я заволновалась. Что случилось? Сестра Джандан, меня забирают в приют. Что? Какой приют? Госпожа Джандан? Это я. Севги. Проходите, поговорим внутри. Ойкю, если хочешь, выйди во двор, пока мы говорим. Я останусь здесь. Проходите. Я скоро вернусь. Господин директор, госпожа Джандан. Рада видеть, но вы так срочно вызвали. Что случилось? Госпожа Джандан, Ойкю некоторое время живет с вами, верно? Да. Они вместе с отцом живут у меня. А вы знаете, где ее отец? Не знаю. Но если вы скажете мне, что случилось... Господин Демир всегда так уходит, когда взбредет в голову госпожа Джандан. Не знаю, я не так давно знакома. Как это? Да. Они спали в палатке в парке. Что мне было делать? В палатке спали? Госпожа Джандан, мне нужно позвонить в органы опеки. Как еще органы? Детей, которые не с отцом и не с мамой, мы должны передать в органы опеки. Ну, есть я есть. То есть я забочусь о Бойке. У вас нет родственной связи, госпожа Джандан. Ладно, и что теперь будет? Если ее отец не объявится, мы будем вынуждены отправить Ойкю в детский дом.
Брат, женщина и девочка приехали. Человека все еще нет. Ой, дорогая, давай вымой руки. Переоденься, а после мы вместе приготовим ужин, хорошо? Хорошо, сестра Джанда. Что такое? Не расстраивайся. Ой, дорогая, ты придешь навещать меня? Да и к тому же детский дом не такое уж и плохое место. Ой, ты милая, пойдем. Вот садись так рядом со мной. Твой отец придет вечером. Все будет хорошо. Не придет. А к тому же он и так хотел отвезти меня в детский дом. Да и к тому же в детском доме, я думаю, очень много ребят. У меня будет куча друзей. Ты не расстраивайся, хорошо? Ой, я уверена, у твоего отца есть оправдание. Твой отец придет, и все будет отлично. Хорошо? Хорошо. И ты не огорчайся. Давай переоденься, я жду тебя на кухне. Хорошо. Давай. Папа? Сестра Джандан, это папа пришел? Я иду, Айка. Нет, это не твой папа, дорогая. Давай, пойдем спать. Пойдем. Маленький принц еще раз пошел посмотреть на розы. Вы совсем не похожи на мою розу. Ты звонишь моему отцу? Да. Он недоступен, да? Недоступен. Хорошо, сестра Джандан, ты больше не звони уж. Слушай, знаешь, что мы сделаем? Мы вместе приготовим завтрак. Ты возьми это все. Ты разбей их в эту миску, а я нарежу хлеб, хорошо? Сестра Джандан, я очень прошу прощения, и я сейчас же... Я уберу все. Ладно, дорогая, все, вовсе не важно, я сейчас вытру все салфеткой. Все-все, ты совсем не трогай, хорошо? Вовсе не трогай. Хорошо, смотри, вот так возьмем. Ойке. Все, 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 не плачь, все.
Нам надо поспешить. Скоро приедут. Хорошо, сестра Джандан. Мы с тетей не готовили таких завтраков. Я кушала хлеб с сыром. Она не кушала. Просто чай пила. Так еще прекраснее получается. Спасибо, сестра Джандан. Ойкю. Это твой дом, ты ведь знаешь, да? Можешь приходить, когда пожелаешь. Твоя комната тебя ждет. Придешь и будешь вновь вместе готовить завтраки. Кушать будем готовить. В игры будем играть. Ничего не изменится. Ты когда хочешь приходи, ладно? Это твой дом. Смотри, Иночка будет скучать по тебе. Пришли, кажется, и я посмотрю. Ночка. Доброе утро, госпожа Джандан, не так ли? Да. Ойку, готова? Можете дать нам 5 минут? Да, хорошо, я тогда жду в машине. Увидимся, Ночка. Меня не забывай никогда, хорошо? Будь послушной, пока меня не будет. Не расстраивайся. Нет, не расстраивайся, хорошо? Я вернусь опять, поиграю с тобой. Я обещаю тебе, опять поиграю с тобой. Ежика, это тоже возьми. И это возьми. Благодарю. Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin Bütün gecelerin sonunda Meltemi senden ezen Solu sende olan Yeni bir başlangıç vardı Her başlangıçta Yeni bir anlam vardı Nedensiz bir çocuk ağlaması bile Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır Сестра Джандан.
Сестра Джандан, смотри, я разве плачу? Иди. И ты тоже не плачь, пожалуйста, хорошо? Не плачь, ради меня. И после моего уезда не плачь. Хорошо? Дай мне слово. Дай слово. Всего хорошего. Стой! Иди приведи ее! Иди и приведи ее сейчас же! Стой! Я не твой отец. Правда? Я в тебя пойду ростом или в маму? Пришли ли приказы совещания? Пришли, как и всегда. Что ты делаешь? Ничего, прибираюсь. Оставь, дочка. Дочка? К слову, просто. Ты не такой уж и умелый, но все же мой отец. Я разве тебе не сказал никуда не идти, не сообщив мне? Демир? Дочка, стой, куда ты? Ойкю! Где ты был? Где ты был? Я очень беспокоилась о тебе. Ты совсем обо мне не беспокоился? Совсем? Смотри, приют забирает меня. Неужели ты и понятия не имел? Что вы делаете? Господин, вы кто? Что происходит? Я отец Уйкю. Конечно, телефона нет, он потерялся, памяти нет. Память изменилась, раньше все было прекрасно. Мы все помнили наизусть, звонили, не так ли? То есть сейчас мы все забываем. Как же там было? Госпожа Джандан, благодарю. Такой желтый весь. Большой справочник, справочник. Конечно, когда были справочники, мы там могли найти. То есть сейчас все так. Произошли события один за другим. Но, конечно же, здесь недоразумение произошло. Но не переживайте.
Теперь я здесь. И никуда не уйду. Понимаю, господин Демир, но, пожалуйста, вы тоже больше не исчезайте, не сказав никому. У Эйкю нет больше родственников. Не беспокойтесь. Ладно, а вы продолжаете жить с госпожей Джандан? Нет, то есть... Я... Через пару дней съеду отсюда, мы нашли дом. То есть я нашел дом. Правда? Господин Демир, почему вы мне не сказали? То есть у меня не было такой возможности, госпожа Джандан. И вот так внезапно появился передо мной, смотрю, дом. Я такой, в дом, это, то есть снял уже, уладил это. Хорошо. Хорошо, поздравляю. Благодарю. Ладно, какой у нас дом? Красивый? Какая моя комната? Там есть сад? Если там есть сад, мы можем купить котенка. Какого еще котенка? Ой, Кью, что за котенок, милая? То есть у меня же аллергия на кошек. Ты разве не знаешь? Потом, смотри, госпожа тоже и господин здесь. Мы потом все обсудим, хорошо? Господин Демир, только вот вам нужно указать свой новый адрес в органах опеки, когда будут проверки. Что значит на проверку? Ну, конечно, теперь органы опеки будут периодически навещать вас, чтобы проконтролировать, в порядке ли Ойка. Пусть приходят. То есть, приходите, да, конечно. Конечно, приходите, когда захотите. То есть, приходите, я всех гостей встречаю. И адрес скажу. Это не проблема. В таком случае мы пойдем, с вашего позволения. Да, большое спасибо, я провожу вас. Мы и вас побеспокоили, извините. Ничего страшного, это наша работа. Да, господин Демир, не забудьте сообщить адрес, это важно. Конечно, я сообщу, не бойтесь. Это грязь, я упал в яму. Так вот, да, ладно. Доброго дня, спасибо вам. Я провожу вас. Прошу вас. Ничего нет. Господин Демир, где этот дом? То есть он недалеко отсюда? Да, дом это он недалеко, то есть не на набережной, а на холме. То есть и не совсем на холме, он между, то есть между холмом, но не совсем на набережной. Ну хорошо, тогда давайте вместе пойдем туда и посмотрим дом, я помогу вам, может будет полезно чем-нибудь. Да, будет прекрасно, госпожа Джандан, но сейчас там квартиранты есть, пусть они съедут, мы так и сделаем. Уладим, сейчас кофе сварю, выпьем хорошенько. Хорошо, выпьем. Ойка, дорогая, я отнесла наверх твой чемодан. Если ты хочешь, вытащи свою пижаму, зубную щетку и остальное. Подготовь, ибо ты здесь будешь ночевать сегодня. Хорошо, сестра Джандан, но мне не нужно вытаскивать все остальное, да? Как бы там ни было, мы поедем в свой дом. Хорошо, давай. Господин Демир. Госпожа Джандан, я сделаю кофе. Кофе. Да, кофе, легко. Брат Демир, ты дома? Только что пришла официальная машина. И я не понял, что делать. Что за официальная машина? Тоже не понял, брат. Пошел в туалет, пришел, вижу у двери официальная машина. Демир и девчонка вышли из нее вместе. Вдруг эта женщина имеет дела с государством. Не будем наживать проблем на ровном месте. Такое дело. Хорошо, приходи, не гуляй там. Придумаю что-нибудь другое. Хорошо, брат, иду. Госпожа Джандан, не обижайтесь, когда я переодевался. Кофе запоздало. Держите. Можем выйти. Спасибо, господин Демир. Давайте сядем и поговорим немного. Конечно. Где вы были? Я же рассказал, госпожа Джандан. Нет, вы ничего не рассказали. Но... Получив предложение о работе, я был вынужден выехать за город. Ойка была взволнована. Какое вы имеете право пропадать, ничего не сказав? Вы правы, но когда потерялся телефон... Вас искал один человек, когда вас не было. Грубый человек. Ойки тоже испугалась. Тот, кому я должен.
Прошу прощения, что вы столкнулись с этим. Но я разобрался. Взял аванс с работы. Заплатил депозит за дом и вернул долг. Не волнуйтесь. Хорошо, а что это за вид у вас был? Упал в яму. Упали? Я ходил и не заметил. Упал. Упал. С прошедшим. Спасибо. Господин Демир. Я знаю, что вы не воспитывали Ойку с детства. Как? Ойка рассказала. То есть она не рассказала, а проболталась. Насчет вас. Она не разговаривает, она скрывает. Не видит вас из генов. Я не знал. Мы оба не знали друг о друге. Но теперь я рядом с ней. Есть что-то еще, что вы мне не рассказали? В смысле не рассказали, госпожа Джандар? Ну, то, что не рассказали. То, что скрываете, то, что я должна знать. Что-либо. Нет, нет, все так, как я рассказывал. Я ничего не скрываю. Вы говорите правду. Конечно, конечно. Зачем мне лгать? Пройдет. Пройдет, Ойка. Хорошо. Все хорошо. Пройдет. Пройдет. Это мой старый телефон. Все еще работает. А вы можете дублировать сим-карту и использовать на нем свой старый номер? Нет, госпожа, нельзя. Господин Демир, пожалуйста, возьмите его. Вы и так сильно потратились на новый дом. Нет, я потратился, но все в порядке. Я куплю себе сам. Господин Демир, пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу волноваться. Я хочу дозвониться до Ойки. Раз вы уходите, чтобы я хотя бы могла позвонить вам. Я пойду к Ойке. Что делаешь? Пижама, я складывала пижаму. Почему они все еще на полу? Я не положила, потому что ты пришел. Сейчас положу. Ты в порядке?
8 лет. Почему ты ушла, воспитав ее 8 лет? Ой, ты тебе не сказала? Что? Разве ты не хотел отправить меня в приют? Почему ты их остановил? Почему ты думал? Тебе-то что? Так значит? Потому что искал проблемы. Опять ты разболталась. Что это такое? Хоть что-то не спрашивай. Брось это все. Что ты от меня скрываешь? Ничего. Как это? То есть тебе нечего сказать мне, да? А что мне тебе сказать? Почему ты отвечаешь вопросом на вопрос? Я спрашиваю, есть ли что, что хочешь сказать мне? А что ты говоришь? Я правда ничего не понимаю. Я не смогу объяснить. Сестра Джандан. Джандан. Да закройся уже. Сестра Джандан. Остановись. Стой, стой, Ойкю, отойди, отойди, стой. Стойте, госпожа. Стойте, я подержу. Хорошо, хорошо. Стойте. Внезапно прорвало, господин Демир. Хорошо, держу. Посмотрю внизу. Получилось? Нет, не закрылся. Господин Демир, он должен быть позади. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.